Как будто недавно было. Как будто бы вчера так не верится. Не верится даже, что я столько лет замужем, и что трое детей, и что пять внуков, слава Богу. Очень даже, можно сказать, я благодарна своему отцу на сегодняшний день, что он меня мог убедить, не только папа, а сестра и мой брат. Я даже, можно сказать, свои 18 лет достаточно была шустрая девочка со старого города, и мне было тяжело принять решение, как мой брат сказал, что папа решал за нас, мы много права голоса не имели. Но в глубине души он, конечно, спрашивал, если я да, хочу, если да, мне Саша нравится. Но я как-то говорила, мне скучно с ним, я не говорила, я говорила, мне с ним скучно. На самом деле это было так. Но папа говорил, а что тебе, нужны вот эти наши махалинские, которые... Карты играют, которые гуляют, которые пьют, которые курят, гуляют. Могли убедить меня. И слава Богу, на сегодняшний день это... Сейчас я это осознаю, что папа, брат и сестра моя старшая были правы. Кто попадает в эту семью Аминовых, и моя свекровь очень мудрая женщина была. Я постоянно вспоминаю их, что от них я взяла многое в пример, как правильно обращаться, как правильно разговаривать. По многому они нас научили.